от вас. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, как все, пошел в первый класс. И даже провел первый урок в первом А-классе, исторически самом первом классе для новой школы в городе Березовском, получивший номер 55 и имя Льва Брусницына. Того самого, благодаря открытию которого Березовский озолотил всю Россию и половину мира. Ну а перед торжественной линейкой глава области в сопровождении директора и целой делегации родителей прошелся по новенькой с иголочки школе, построенной на бюджетные деньги по национальной программе образования. Посмотреть очень даже было на что. Кроме новинок, таких как Центр детских инициатив, скалодром и сенсорная комната. Самая была сложная вещь – купить путевую снегоуборочную машину. Это еще и роскошно оборудованные кабинеты труда для мальчиков и кройки и шитья для девочек, хотя и не только. Столовая, спортзал. Это для ребят или для преподавателей? И для старших ребят, для преподавателей. Преподаватели будут ходить, да? Я уверен, что будут ходить. А родителям можно ходить? Родителям обязательно. Приглашайте бабушек, дедушек, это важно. И чем больше здесь будет. Школа – это не просто школа, это общественный центр должен быть. И доступ здесь должен быть максимальному количеству, особенно родителей детей, которые учатся. Мы должны жить, чувствовать. Мы первых позвали именно родителей. Ну и, конечно, кладезь знаний. Так губернатору нежданно-негаданно довелось записаться в библиотеку Березовской школы номер 55. Учитесь, господа библиотекари, как нужно завоевывать клиента. Это нас будет большой честью, если вы станете нашим читателем. Вот потом, представляете, пройдет время. Значит, я ни одной книжки не взял. Смотрите, мы уже подготовили формуляр под номером 1 и записали на вас 2 книги. Вот прямо расписаться даже надо. Книга о Березовском? Да, 2 книги о Березовском. Вот роспись в библиотеке. Да, да, да. Ну, поставим. Мы их вам в дар вручаем, эти книги. Не в дар, я думаю. Тут есть штампик. Штампик поставим. Передадим в музей. На первый. И здесь. Первая семнадцатая. Это у вас так заведено? Это библиотечное дело, да. Есть целая теория по поводу того, почему 17. Да, это же интересно. Расскажите. А по ходу знакомства с педагогическим коллективом выяснилось, что и для некоторых учителей все в первый раз. Не просто эта школа, но и даже этот город. Кто будет как первый класс первый раз? Родители и учителя. А сколько будет в классе? 26 человек. Понятно. А вы все готовы? В какой школе работали до этого? Вы? Говорите, где работали. Пермский край, город Горнозаводск. Поехала вот сюда. С места жительства. Вместе с детьми. Понятно. Они закончили учебное заведение. И вот здесь, в нашем городе, нашли себе работу. Ну что ж, давай. Ну, да, вместе с ними. Ну, успех. Старший год большой, но еще хочу поговорить. Детям передать свои знания. Вот жду. Своих детишек. 26 человек. Успехов. Первое, что мне хочется сегодня, чтобы у нас с вами все состоялось, чтобы наше начало было ярким и достойным. Вы должны сегодня осознавать, вы первоклассники впервые в школе номер 55. Вы навсегда вошли в историю нашей школы. Я очень признателен, что мы это сделали, что для нас это сделали наши строители, сделали наши органы власти. Мне очень приятно, что каждый из родителей понимает значимость того вклада, который он будет привносить в жизнь нашей школы. Я всех рад видеть, я всем желаю замечательного праздника, Дня знаний и добро пожаловать в нашу школу.